Где он? Вон он, вон он. Давай, давай, давай. Ой, извини. Не меня, не меня. Его, его, его. Давай ты. Давай. О. И всем привет, дорогие друзья, с вами Турбоёжик и Русик в этой серии. Русик, привет. Всем здорово, друзья. В этой серии мы будем создавать Кракена. Покажи Кракена. Вот Кракен. Вот этот, короче, это кости Кракена. Если мы к ним добавим воды, получится яйцо призыва Кракена. Давай его создавать и попытаемся его убить. А давай в другой мир попадем. Не, в этом. Не-не-не, потому что смотри, тут сейчас еще дождь начнется и проседает FPS. Да, нормальный мир. Еще больше будет проседать. Ну ладно. В других мирах больше животных, давай создавай. Так, жалуется тут еще. Смотри, смотри. Черное мне яйцо. Даже написано на яйце, знаешь что? О, no, don't. Ты смотри, вот прям вот здесь создай. Чем глубже туда вдать, тем лучше. А я бы хотел посмотреть на него. О, я знаю, как он выглядит. Я думаю. В самую глубину иди. Давай на ты лучше. Ты прочитай, что на яйце написано. На яйце. You don't. Oop, no, don't. Не делай этого, типа. Давай. Ладно, давай. Не буду делать. Ух, ребят, держитесь, скрестите пальцы. Давай. Херакс. Вот он. Ой. Он в текстурах, вот он. Я его ножки вижу только. Он сдох? Или это ты? Нет, это я. Да не надо. Опа, я что-то нашел, смотри. Он неподыхаемый. Он застрял в текстуре. Да не надо. Давай его немножко раскопаем и потом добьем. Ну давай вот снизу копай тогда. Почему снизу? Ой-ой-ой, это он тебя? Ты не меня. Я. А его. Слышишь? Сыновый. Это от него. Надо вот здесь копать, блин. Дай мне палку. Не умеешь ей пользоваться. Да не, давай лучше этим. Киркой. Палка уже кончилась почти. Конечно, с таким-то кончится. Косой, косой. Это он там фигачит что-то. Вот он, Кракен. Надо подняться. Да? Да, вообще. Да. Это, походу, самый мощный моб. О, вот он. Да? Смотри, я его вижу. Вот я его бью. Ну как бью? Пытаюсь бить. Он, а может попробовать на балке вообще вот этой ударить? Мне он не нравится, честно. Да отойди. О! Я об него палку ломаю, ты прикинь? Прикинь, я об него палку только ломаю. Я его не могу ударить пока еще. Ты отойди. Я тоже, у меня тоже пока... Ой. Мне тоже показывается егошний... Да. Егошнее здоровье. А, я его могу бить, все. Давай. Надо было повыше, все, он скоро сдохнет. Помогай мне. Давай, сейчас, иду. Ну, лезу, у него немного лезу. Осталось. С него знаешь, сколько всего падает? Готовься собрать. А с него ничего не выпадет, как когда он в этом. Выпадет все равно. Что-то там. Можно его подкопать немножко еще. Тогда я скину все. Он медленно умирает, у меня урон, короче, 20 еще, прочность, все такое. Все равно он медленно умирает. Мы убиваем Кракена, он застрял тут в текстурах. Отойди. Ой. Я тебя случайно? Ну да. О, все, последний удар. На. Все, уровень. Что-то... Все? У тебя какой уровень? С него выпало уровня. Кости всякие. Да? Седло выпало. Опа, а с него это выпало. Чего? Ух ты, ты сюда... А, это я все поскидывал. А, это твое седло, что ли? Я думал, это с него выпало. А, да, это, возможно, мое седло. А, что с него выпало? Тут 8 черных мешков было, чернильных. А, да, у них чернил много. А опыт? Ну, и да, и опыт у меня. Какой 4 уровень? Левела. Выпало. Какой у тебя уровень? У меня 20-й. Уже. У меня 24-й. О, 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 вон там какое-то яйцо. Я тоже к нему лезу. Интересно, что это за яйцо. Что за... Тебе интересные яйца? Не, не в том смысле. Конечно. Раскопки. Конечно, конечно. Ну, блин, тогда... я подзастрял немножко. Давай какой... искать других динозавров, блин. Яичко соль. Какое-то. Знаешь? Что ты здесь застреваешь? Bird spawn. Bird spawn. Давай вверх подниматься, мне здесь не нравится. Давай. У меня еще же есть яйца. О, еще какое-то. Желтенькое. Давай наверх. Аллозаврус. Аллозавры. Помнишь динозавра того? Красного. Какого? Красного? Маленького. Который... Нет, не маленький, который здоровый. Угу. Я думаю, его нужно создать в отдельной серии, потому что он реально красив. А у тебя этот есть? Чё? Так, ведро. Да, даже два. О, ты моё ведро-то отдай одну. Вон оно. Угу, спасибо. Так, давай я сейчас заспавню, или ты хочешь заспавнить? Давай, спавнь.
А кого ты хочешь заспаунить? Ну, этого. Дрит Бёрд. Ну давай, создавай. О, обычное белое яйцо, ты прикинь? Ну давай, фигач. Смотри. Друг курочка. О, птичка. Птичка. Всего-то. А у тебя есть еще этот кракен? Не, у меня не кракен, у меня есть зомби какие-то. Зомби, да. И стинг баг. Вот давай попробуем стинг. А давай на красном муравье. Не, там ты чё, там у нас бред полный. А, вот скорпиона же мы хотели заспавнить. А, давай скорпиона заспавним. У меня их два штуки. Давай спавни одного. Давай. Так, вот скорпион. Вот оно так выглядит, смотри. Подожди секунду. Давай. Сейчас покажу, смотри. Я вижу, он в точках. Херач. О, прикольный. Ага, ну-ка. Смотри, хвостиком шевелит. Давай его убью. Ты надоел своей. Аллах Акбар. Ты надоел своей палочкой, отдавай ее сюда. Неуместно используешь. Ну, не знаю. Мне как-то... Ну ладно, используй. Нет. О, слышишь? Чё? Лаву. Нет, я не слышу лаву, я здесь вижу. Если это. Тут лава, то тут этот есть. Нифига нет. То там ресурсы есть. О, ресурсы, это, конечно, круто. У меня еще есть пару яиц, которых мы не знаем, что это такое. Давай. Ну, давно пора. Сейчас я воды наберу. Я упал в лаву. В лаву, говорю, вот. Да, вот такой, ничего особенного. Упал в лаву, да? Как обычно. Я решил поплавать. Так, что за спавним? Стинг баг? Давай его. О, я этот спаунер нашел. Помнишь, ты обычно находил такие? Ну, а ты где? Ну, дома. Хватит забирать мои вещи. А здесь ничего ценного. А ты что забрал? Да. Тут бирки и хлеб. О, мы нашего динозаврика назовем как-нибудь. Какого? О, помнишь? С бирками. А что ты не уничтожил этот? Я факел поставил и ушел. С него уровень падает. Пусть падает. Ты хватит на мои эти данжи тпшиться. Давай заспавним этого моба. Ой, ты я что-то нашел. А ты где? Я еще один спавнер нашел. Да? И там, короче, что-то интересное. О, я тоже нашел его. О, топор. Хы. Ой, их тут прикольно. Это спавнер не с ванильного Майнкрафта. Ты знал об этом? Да. Зря ты его убил. Я, короче, эти, оттуда все забрал. Там, смотри, короче, несколько... Смотри, что я нашел. Что? Топор. Ты его забрал, это мой топор. Да, возьми, твой топор. Все, ясно. Это мой еще... топор. О, 39 урон. Ну да, а что ты хотел? О, больше, чем мой меч. Ну его нафиг, мне нет меч. Короче, у меня еще ультимат, тут шапка есть и... О, давай тогда... дай посмотрю шапку. Нет. Не, я посмотрю, я тебе отдам. На, смотри. Ты мне что скинул? Ну ладно, ладно. Там, короче, еще эти есть. Стой, иди сюда, там яйца были. У меня тоже они, у меня тоже в руках есть. Они у меня тоже как бы есть, эти яйца. Может, ты это забрал? Да, я взял одно яйцо. У меня спаун бринг. А у меня скелетон спаун. А, вот, давай стинг баг заспавним, мы же хотели его заспавнить. Оборачивайся назад. Подожди, я все выкину. О, это маленького что-то... опять заспавнил. Мозавр мне перданул. Ой, ну нахрена. У меня спаун Apple Go. Ну это корова, по-моему. Сейчас попробуем. Вот, на корову точно. И еще это белое яйцо. О, птичка. Еще одна птичка. Так, у меня много чего еще есть. Тебе дать яиц? Тебя отняло хп? Нет. А, понятно. Против мобов и зачарить вообще хорошо будет. Я теперь я буду охотиться с топором, потому что у него урон гораздо выше. Да, давно пора. Да? Угу. Давно. Блин, у меня факела закончились. Факел, фак. А там уже ничего нету. Вообще, я, короче, здесь создам коров. Они мне будут освещать дорогу.
Они освещают? Да я шучу. А, нет, если их ударить? А, я их... Короче, вот ультиматум Хамлет, самый прочный ультиматум, вот то, что у меня на голове. А давай в какой-нибудь из серии пойдем искать эти данжи. Данжи? Как думаешь? Какие данжи? Ну, вот эти вот, спавнеры. Там же много вкусняшек мы находим. Да, блин, если мы их найдем, ты думаешь, так легко? Ну да. Ну да, конечно. Еле как нашли, ну да. А что я тебе сейчас скажу? Ага. Я нашел спавнер. Опять? Да. И что там? Вот видишь, просто... я тебе не тпшусь, как только я ты находишь спавнер. Потому что ты не умеешь. Потому что мне не до этого, я работаю, понимаешь. Ручками? Я... О, я тоже себе топор нашел. Так, ультиматум? То же самое, и три яйца. А. И ботинки нашел. Сколько было у него яиц? Раз, два, три. Ты потомок Чингисхана. Ну, конечно. О, офигенно. Ты не понял. Офигенно. Шмотки какие офигенные. Ультиматум? Да. Ох ты засранец, надо было где-то пошиться. И у меня топор тоже есть. Все-таки. Топор, блин. Я просто копал в другую сторону. Ой. FPS как проседает. X-Ray включил, блин, выключи. Не-не-не-не. На видео у меня посмотришь. Ну, обязательно не лайк, конечно, поставь. Конечно, бесплатный пиар тебе. Ты вообще радуйся, что я тебе ссылку оставляю на твой канал. Кстати, сколько тебе подписчиков пришло? Да, немного. Спасибо. Ты же там, конечно, плясал, там радовался. Прибавилось. Ты уже у меня как бы 300 подписчиков на канале. Да? Молодец. Ну, больше даже. 305, могу сказать. 307. Вау! Ну, для начала это неплохо. Самое трудное это набрать вот эти вот всех подписчиков. Вот. Да, самое трудное это снимать качественные видео. Все остальное фигня. Хотя и все остальное тоже важно. Блин, я не могу найти выход. Ладно, пойду копать. Ручками приработать. У меня же супер кирка. Топор, кстати, копает лучше, наверное. Топор не копает. Я знаю. Вообще. Это я ввожу тебя за. А ты ботинки себе находил? Да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять не надо ставить. Не беспокоить. Что, тебе кто-то опять беспокоит? Нет, я просто. Опа. Да фак. Проседает-то как? FPS тут. Да не, это не дело вообще. Чтоб ты сдох. Нет, блин, не могу. Сколько FPS у тебя? Тебе 1, 41, 65. А, ну 41 нормально. Ну, ты меня вообще сейчас... Ты шутишь это? Насторожил, насторожил вообще. Чё, тебе мало что ли 41? Ну да, как бы, 41 это мало. Нормально. Я это... привык, 60 это минимум. 60 тоже нормально, чё? Ну, минимум, говорю. Да ладно, привык он. Чё, к тебе тпхаться? Нет, шёл вон отсюда. Ты забрал мои вещи, когда ты тпшился. Какие вещи? Я твои вещи не забрал. Ну, я ж тебе их отдал. Нет, я ты мог и не отдать. Ну, я же честный человек, гражданин Российской Федерации, честно. В каком ты месте? Ты таджик, блин. Гражданин, конечно. Ну окей. Узбек. Узбек, а. Узбек, ну я же не говорю, что ты татар. Или кто. Ну, а, ты же мне говорил, что ты этот. Как он? Чингис Хан. Нет, ты не Чингис Хан. У того яиц не было. А у нас яиц. Как не было? Есть. У него три было. У тебя тоже, кстати, три. У тебя сколько их с собой? Я два, наверное. Наверное. Сейчас посмотрю. Нет, посмотри. Инвентарь открой, посмотри. Инвентарь? Ты так это теперь называешь? Инвентарь. Ну ладно, будь по-твоему. Инвентарь так инвентарь. Ну, корову с первого раза убиваем. И то хорошо. Ты максимум барашка можешь убить. Корову. Тоже могу. Он светлячка да, тоже убил. Нашли много хорошей барани, да? Сейчас бы еще бы остальную бы бронь бы найти, да? Ультиматум. Вообще а было у тебя бы шикарно. Что еще? У меня только шапка. У меня ботинки тоже. Ну, я нашел. Шапка как-то. И ботинки у меня тоже, да. Ну, их не считал. И топор, надо топор сейчас. На!
Да. Я протестирую его на ком-нибудь. Но здесь никого из крутых существ нет. А да я тебя ударю, попробую. Пошел ты отсюда. Так, я сейчас возьму. Давай хоть... через муравьи-то пришлемся. Сейчас я только тебя найду. Не надо меня искать. Я сам прихожу, да? Ага. Заел ты пришиться. Да, а, отприперся. Вот давай, бей. Смотри. Сейчас под яблочки. Да я тебя все равно не смогу рубить. О, тихо, тихо. Еще ударил? Раз. Нифига. Ты меня не отнимаешь жизнь. Эффективность 5. У меня шапка, защита 5, огнеупорность 5, взрывчатость. У меня эффективность тоже 5. Взрывоустойчивость 5. Ботинки у меня защита. Подводное 5, дыхание 2. Он что, под водой можно дышать? Точнее это, ну-ка. Когда под водой будешь сидеть, тебе будет меньше. Он почти не уходит, вон. Прикольно. Можно так под водой. Шел он отсюда. Работать. Нигер. Жаль, это нельзя и копать, и добывать руду. Ну да. Так, в принципе. Я знаю, что мы будем в следующей серии делать. Что? Кукурузные поляны. Да, я тоже думал этим заняться. Только в нашем мире, да? Ну, естественно, в нашем. Давай собирай кукурузу. У меня есть кукуруза дома, там стак с лишним. А, да, 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 точно. Я помню. Там, ну что, давай закончим уже, думаю. Нет, мы в следующей серии создадим сначала динозавра. Аллозавра. Он у меня есть. У меня есть его кости. А у меня тоже есть. Аллозавр? Ну, где-то же был. Нету. Ну, я тебе его, что ли, дал, да? Нет, я сам забыл. Ну, окей, окей. Ладно тогда. Давай. Так, стопендра... Мы должны найти муравья. Нет, ты где, ёпт? Я тебя убегаю, чтобы ты ко мне не смог тпшниться. Ну ладно, тогда если я найду муравья, то я тпшнусь, а ты-то нет. Я тоже найду. Ну я тут могу тпшниться? Хренов, блин, читер. Чё ты? Упал. Фу-фу-фу. Я слышу каких-то странных животных. Спасите меня! Тут монстры! Что? Иди сюда! ТП, ТП, ТП ко мне! Они опасные! А! Ты видел их? Убивай их! Ай, умный такой! Отдай! Убивай, убивай их! Какие-то они опасные! О, с них железо падает! Ой, кто досмотрел эту серию до конца, тому сильно повезло! Вообще... Офигеть, тут железо! А ты чё эту забрал? А чё мне? Отдавай мои шмотки. А не надо так было делать. А может оставить железо собирать? А, давай это типа генератор будет. Смотри, сколько же железа. Так, что с них выпало? Там зеленый какой-то. Ты взял же эту железку. Рубиевый. Ох, а, там слабый урон у этих мечей, которые с них падают. Кто? Короче, они... Ух, смотри, сколько железа. Да пусть это типа наш генератор будет железный, давай. Давай. У меня целый стак, наверное. Ну, у меня, знаешь, сейчас. Что есть? Чё? Эмеральдовые... Ну, у меня тоже, эмеральдовая, да. Мотыга. У меня и нагрудники есть. Короче, вы меня достали. Эй, тише, тише, псих. Ты охренел? Все ломаешь, давай чини. Я тебе не джамшут, понял? Джамшут, работай нафиг. Ручками. Мне они надоели, давай ломать, короче. Чё не ломается? Всё, сломал. Киркой. Чё, пошли наверх? У меня целый стак железа. Давай закончим, короче, тут прям. Да, я соберу железо. Ну, оно же тут не так вот, не так уж важно. Ну, когда его два стага. Ту-ту-ту. Я и, короче, здесь мне еще досталось кое-что. Смотри на меня, смотри на меня. А! Павлина! Убивай, 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 убивай! Я создал павлина! Убивай его, убивай, убивай! Где он? Где он? Вон он, вон он! Давай, давай, давай! Не меня, не меня! Его, его, его! Давай ты! Давай! О, из него смотри, что поупадало. Компас? Ой. Компас? У тебя тоже этот звук? Я думал, это ты. Передишь. Как чайник. Блин, у меня зеленый нагрудник, но он, по-моему, слабее. Да? Но у меня зато есть, знаешь, какой? Лава. Магнит. Ой, магнит, говорю. Магнит. Кстати, у меня еще два яйца вот этого чувака.
Да? Ну ладно, пошли тогда. Давай его зафигачим еще. Ну давай тогда и добьем. Погоди, сейчас. Блин, повезло подписчику, который, короче, досмотрел это видео до конца. Это же всем, наверное, подписчикам. Ну, не все досматривают, честно. Все, давай еще раз и пошли давай. Карту я нашел. Да, она тут не нужна, в общем. Конечно, это тебе она не нужна, у тебя читерский. Ну, о, да. Я здесь прорисовывается все, смотри, маленький кружочек. А что такое, ну, маленький? Давай! Иди отсюда, кыш. Собирай ресурсы. Спавни, спавни. Нет, он будет дома у нас, в нашем зоопарке. Павлин, который дерется, да? Ну, павлин-то охренел. Это монстр, убийца вообще всех павлинов. Че, давай наверх. Или прям тут закончим, как думаешь? А, давай тут закончим, че, красивое место. Тут надо осветить. Только я же джамшут мне нужен. Джамшут, блин. Хреновая работа, я же джамшут. Я вообще, ну, надо за бесплатно же все-таки. За бесплатно, ты с своей палочкой хреновой, блин, вообще отнять ее тебе надо. Не надо. Надо, Вася. У меня уже 30-й левел набил с тобой. Ну, у меня 31-й. Лошара. Не. 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 Кстати, ни хрена не отнимает. Надо одеть вот этот. Хочешь одеть нагрудник зеленый? Ну, у меня есть красный нагрудник. У меня тоже есть красный, но хочешь зеленый? На. Ну, у меня не рубиновый. Пример. У меня не рубиновый. А какой? У меня другой, вообще. Вот вот такой. Угу. Руби. Эмеральдовый. На, эмеральдовый себе возьми. А он слабый или как? А у меня зато лавовый есть, как ботинки. Ну, у меня, да, у меня только ботинки есть. Ну, ладно. Хорош, ребят, всем спасибо за просмотр. Были очень интересные выживания для тех, кто досмотрел до конца. Скольких мы поубивали здесь. Вообще. Ох, следующая серия, я не знаю. Мы, наверное, создадим наконец-то. Я вам покажу, как создавать настоящего аллозавра. А, ферму кто будет создавать? А, кстати, где мой аллозавр? Аллозавр? Я его выкинул, что ли? И у меня тоже он пропал, ты прикинь? У меня он был. Да, он пропал. Ну все, думаю, в следующей серии мы, думаю, сделаем ферму, как думаешь? Сам же хотел, помнишь? Лозавр! Ну ладно, ребят, всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. И еще, как вы думаете, как лучше назвать вот этого летающего пингвина, который мы убили, а? Русик, ты что думаешь, как его назвать? Какого пингвина именно? Ну вот, у нас, блин, один пингвин там был. А, этот Кракен, что ли? Ну вот этого, я сейчас его опять создал бы. А, ну, не надо этого. Он для нашего зоопарка, ну который мы убили, и с него падало там золотые часы. Петух. Петух. Ну, лучше пусть подписчики придумают тоже. Они очень хорошо, кстати, придумывают название для всех вещей. Мне это очень порадовало. Фантазия хорошая просто. Фантазия вообще жесть, мне бы такую даже. Золотой самородок хочешь? Нет. А я сейчас создам из них золото. Ну все, нет. Давай. Нет, не хочу я прощаться с моими подписчиками. Мне они нравятся. Мне с ними нравится. Мне с ними хорошо. Ладно, ребят, всем спасибо, всем пока. С вами был Турбоёжик и Русик, ну, который там. Всем пока.